Привет всем. Я хочу поговорить о том, дает ли заработок YouTube или нет. Вы знаете, у меня канал только создан недавно. Это канал Султана Аскерова. Название так я назвал его. Это мое имя и фамилия. И в общем, полтора месяца, в течение полтора месяца я вкладываю какие-то ролики. Ну, по возможности, конечно. Типа, знаете, я сейчас как бы любитель. Не профессионал, а любитель. И вот иногда захожу, смотрю про доходы. Там пишется, доход от рекламы 0-0-0-0, везде 0. И вот сегодня, после полтора месяца, пошел какой-то сдвиг. Понимаете? Пошел сдвиг, начали уже идти центы. Допустим, за какую-то рекламу 2 цента, 5 центов. Тут даже есть у меня 10 центов. Нет, 8 центов за рекламу. Ну, суть в том, что это все потихоньку получается. Есть ребята, которые, допустим, смотришь 1-2 подписчика, там 3-4 видео. У меня, допустим, 5 подписчиков, но видео я стараюсь ставить. Сейчас на данный момент у меня где-то около 30-28 роликов есть. Что бы я хотел сказать? Во мне пробудилось желание снимать. Уже снимать что-то интересное, что-то хорошее такое, полезное, чтобы люди заходили и смотрели. Кто бы ни говорил, все равно, когда видишь сдвиг, у тебя начинает проявляться интерес. У тебя, ну, как бы получается любовь к этой работе. Ну, есть, конечно, такие блогеры крутые, для меня они на данный момент крутые. У них очень хорошие такие ролики. Они снимают качественные видео, они в красивых местах находятся. Но у некоторых людей, конечно, таких возможностей нету, живут в маленьких городах. Поэтому нужно что-то соображать, что-то делать, но ни в коем случае не сдаваться. YouTube действительно работает, реклама действительно зарабатывает. Ну, как бы сказать, небольшие деньги, но для начала это нормально, можно развиваться. После того, как я подключил монетизацию, конечно, монетизацию я сразу подключил, указал США, и монетизацию мне дали. И, допустим, где-то поначалу было у меня, когда было 20 роликов, у меня реклама шла всего на 10 роликах. А сегодня уже на всех моих видео идет реклама. Ну, там, конечно, мы учимся потихоньку. И нужно добиться, дойти до такой степени, чтобы получить, я так думаю, что партнерскую программу. Тогда уже будет, конечно, интереснее, будут деньги больше идти. В общем, я хотел сказать то, что, ребята, не разочаровывайтесь. Я вижу, что у некоторых людей мало роликов, мало подписчиков. Ролики делайте. Делайте ролики, ставьте. Я тоже простой человек. Я имею в виду простой как? В этом деле есть универсалы и есть новички. Я новичок. И после того, как я увидел, что начались уже эти деньги, в данный момент у меня, сейчас я посмотрю, за 1000 показов платят $43 40 центов. Есть такие вот, посчитайте, такие люди, у которых на одном ролике только 1000 просмотров, да? А представьте, 10 роликов у них, по 10 роликов по 1000 просмотров, это какие деньги уже? В общем, это все работает, YouTube, это сам большой лайк, нужно стараться делать видео хорошие, полезные, не то что, как, допустим, некоторые, у кого есть возможность ездить в Америку или там, в каких-то городах интересных, да, можно и в маленьком городе снимать, но находить что-то интересное, что-то полезное, делиться с людьми. У меня, допустим, на сайте разное все. Я и машинами интересуюсь, и, допустим, ищу исторические места. И да, хочу еще кое-что сказать. Вот некоторые люди, допустим, забрасывают сайты. Не нужно забрасывать. Хотя бы в неделю для новичка, я думаю, что
даже два ролика, если скинуть, все равно будет идти какой-то прогресс. И я думаю, что в течение 10 месяцев, лично я за себя говорю, в течение 10 месяцев я смогу, наверное, где-то зарабатывать долларов 300-400 в месяц. Ну, это просто в свободное время занимаешься YouTube'ом. А когда, конечно, уже ты в месяц будешь получать 1000-1500 штуки, 2, если, можно уже постоянно зависать на YouTube. Ну, всем пока. Это было просто, как бы, вдохновение такое для тех, кто не верит о заработке в YouTube. Пацаны, ребята, дорогие девушки, в общем, все, YouTube работает, продолжайте двигаться. С вами был Султан Аскеров. Пока.